Отдельно хотелось бы поговорить вот про такие вот ненамотные катушечки, паучки, как их называют, или металлические катушки еще. Смотрите, знаете, вот примерно одинаковые, то что отличие это пластиковые, это металлические. Вот. Какой плюс у них? Плюс то, что они очень экономичны, они экономно расходуют леску, а именно потому, что они не подают самостоятельно, а вы подаете, то есть оторвался усик, вы меняете сразу на новый усик, поэтому леска очень экономно расходуется. В отличие от вот этих катушках, которые надо вам, не надо, нечаянно задели пятаком, она подала, и хорошая леска еще улетает в никуда. Вот эти вот катушки, они же, соответственно, леску лишнюю не подадут, просто потому, что ее здесь нет. Вы меняете отдельно усики, вставляете и экономно ее расходуете. Поэтому леску можно покупать более дорогую, качественную, и соответственно вот этими двумя-тремя усиками по 30-40 рублей леска, которая хорошая, немецкая, там шведская, итальянская, она более лучше рубит. В такую катушку ее жалко совать, она по 30-40 рублей будет вылетать в никуда, а в этой катушке будет более экономно. Теперь ставится она у нас вместо вашего диска. Я вот взял такой вот редуктор, на нем покажу вам. Вместо диска устанавливаете вот этого паучка, сюда внутрь ложите шайбу усиленную на 10 и вашей гаечкой по левой резьбе сюда ее закручиваете. Ну, соответственно, блокируйте ключиком. Вот, и подтягиваете посильнее. Вот. То же самое у вас и вот это металлическое. Усики меняются очень просто. Здесь есть специальный зажим такой. Вы его нажимаете, и усик этот вы высовываете. Отрезаете новые по 30 сантиметров усики и туда их вставляете. Вот так вот. Соответственно, вот эта вот катушка точно так же. Просто она металлическая, это пластиковая. Дальше. Вот такие вот два паучка. Очень похожи. Единственная разница то, что вы прикручиваете сперва вот эту специальную шайбу сюда. То же самое через шайбу закинули и затянули вашей гайкой по левой резьбе. Потом прикручиваете уже вот эту часть тоже по левой. Здесь у нас при помощи вот такого ключика смена осуществляется. То же самое усики по 30 сантиметров. Крест-накрест их заряжаете. Вот так вот. И все. Вот это у нас часть. Вот такая катушка. То же самое. Вместо этой одеваете. Также через шайбу затягиваете. И вот такими усиками меняете. Вот так вот. Эти катушки, конечно, можно сказать, вечные. Но есть определенные минусы и определенные плюсы. Всем удачи, пока.